Всем привет, друзья! Вы на канале Авангард МСК, и с вами я, Алекс Хилл. Ну что ж, мы продолжаем проходить Far Cry New Dawn. Да, и смотри, что я себе тут собрал. Вот такую вот хренотень, наподобие как Far Cry, наверное, третьим. Ну что, бабуля, полетели? Летим мы с тобой, знаешь, куда? Наверное, мы с тобой сейчас полетим... Слушай, ну такой хероте лететь вообще пофигу куда. Можно и вот сюда вот слетать. Вот сюда можно слетать. Не, я сюда не полечу, здесь один. Один хреноящик. И хреношестеренка. Давай, наверное, на тайник. Провалившаяся спасательная операция. Бабуль, ты летишь? Тихо. Забыл, как управлять. Садись, бабка. Да садись, блин. Бабуль, садись. Села? Можно ехать. Ништяк. Я уж думал, ты никогда... Воу-воу-воу-воу, думал, совсем никогда не сядешь. Только трудом, и все ради того, чтобы снова сраться друг с другом через весь округ. Сраться друг с другом через весь округ. Ты про что вообще? Ты про что? Нормально все? А то ведь могу мозги вышибить. Слушай, мне вот это озерцо нравится. Мне кажется, там... Что-нибудь много вкусненького водится. Может быть, тормознемся возле него? Хотя цель, наверное, далековато, да? За бугром. Давай посмотрим. Давай, подожди, на карте. У нас не отмечено это озеро? А, тут вообще ничего не отмечено. Окей, тогда приземляемся, бабуль. Прямо вот здесь вот. Сейчас мы здесь приземлимся немножко. Хочу половить рыбу. Припасы обнаружены. Так это же вообще волшебно. Все, слезай, бабка. Сейчас припасы нам привезут. Слезай. Надо сныкаться. Так, слева вертолет, самолет летит. Я слышу его. А может и справа. Бля, вот он. Куда он, интересно, швырнет припасы? Швыранул 120 метров. Так, окей, хорошо. Давай-ка, наверное, сразу возьмем. Что взять-то? Да, наверное, вектор возьмем. Радужная форель здесь водится. Ух ты! Тихо. Он прямо под нами. Бля, упыри. Вижу этих тварей. Да я, блин, тоже вижу вас, твари. Я вижу его, вон он. Бабка, ну-ка убей. Ну стреляй! Прощай, головушка! Ништяк, ништяк, бабуля, спасибо тебе большое за то, что ты так их быстренько грохнула. Пойдем заберем наш припас. Надеюсь, там есть этанол, кстати, который нам, сука, очень нужен. Ищу место получше. А что, кто-то нападает, что ли, на нас? 37 этанола. Так, ну вроде здесь спокойно. Можно поудить рыбу, рыбешечку. Давай поймаем хоть одну рыбку-то. О, идет, 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 идет. Опа! Ха-ха-ха! Ништяк, 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 ништяк. Давай, 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 давай. Давай, иди сюда. Ништяк. Ой, мама, какая красивая рыбина. Давай еще одну поймаю. На всякий случай. Пусть будет. Еще бы радужную форель-то не поймать. Бля, мне тут палят там, да? Бля, палят. Сука, ну я рыбу все равно поймаю. Кто там приземлился к нам? Бабуль, ты хоть там палишь кого-нибудь? Вертолет гребаный. А бабка заныкалась здесь не зря. Ладно, пошли, короче. На вертолет и погнали отсюда. Рыбу я половил. Все ништяк. Бабка. Давай за мной. А то сейчас опять улечу без тебя. Идем тихо. Там, внизу. Че? Это кто сейчас сказал цель внизу?
Мы ждем бабку. Бежит она. Бабка, давай быстрей. О, ништяк, погнали. Не смей звать меня мисс Дейзи, слышишь? Мисс Дейзи. О, нас там кто-то подпалил немножко, но ничего, мы уже улетели. Самое главное, чтобы нас с РПГ не сняли. А так все будет путем. Пучком даже, я бы сказал. Так, там ничего нету. Бля, елка. Стреляют, ты посмотри по нам. Давай, отбивайся. А я пока найду здесь местечко для спуска. Да, наверное, здесь мы сейчас спустимся. Кстати, там что-то есть. Так, в самый низ, окей, хорошо. О, по-моему, у нас гости. Да, вон справа гости. И слева гости, и справа гости, что ли? Давай я вот здесь вот прям прибомблюсь. Нормально же? Пойдем разберемся с хреногрызами. Видел я там одного или двоих. Так, соберем сразу всю шнягу. Так, тайник выживальщиков я попозже возьму. Ой, что-то не забегали прям. А в кого они стреляют? А, они росомахи испугались. Ты смотри. Хочешь, хочешь, ты просто обманываешь. Сейчас его росомаха сожрет. Так, а ты росомаху давай убивай. Давай, росомаху убей. Убей росомаху! Божечки, это... Я тебе говорил, стреляй. Вот никогда она меня не слушается. Скажи, если найдешь носочки без дырок. Так, о, не повезло. Они убили заложника. А интересно, они специально убили или нечаянно убили? Где он здесь, хреногрыз этот? Че, опять росомаха? Не, там чел какой-то бегает. Че у них здесь есть-то? Я вот его убил и не обыскал. Так, перезарядка. Так, у него там какой-то ствол. Меня так просто не возьмешь. Не, мне этот ствол не нужен. У меня есть ствол нормальный, мне он нравится. И другого мне не нужно. Так, ну что, почитаем тайник выживальщика. А, записка члена спасательного отряда. Брайан связался с нами по рации и сказал, что упал в воронку на вершине водопада. По голосу было понятно, что он пострадал. Мы немного не могли тебя ждать. Часть отряда пошла вперед. Иди по нашим следам и используй кошку. Пещера здесь постоянно подтапливает, так что, возможно, тебе придется плыть. Поторопись, Брайан надеется на нас. Нужно спешить. Хорошо, бабка, ты со мной. Провалившаяся спасательная операция отслеживать. Так, понимаю, кто-то сюда. А как я туда залезу-то? Я что-то не понял. Ну, по идее, здесь должна быть кошка, да? Да. Осторожнее, не провались. Да подожди, бабуль, отойди. Кошка есть, но кошки нет, странно. Вот же срань. Сейчас, сейчас, сейчас. О, кошка, все. Все, бабуль, ты давай тут оставайся за главную, а я погнал. Убей, убей росомаху. Бабуля, я знаю, что ты справишься. Росомаха. Ну ладно, я, может, помогу вам. Где росомаха? Хватит тут прятаться, я пошла. Я тебе предлагаю ее грохнуть, бабуля. Остался без голов. Подстрелит, интересно? Славный выйдет запеканка. Блин, вот дура, а. Непонятно, убил я, не убил росомаху. Ладно, у меня тут другие дела. А, мне вообще сейчас не до росомах. Ты что сейчас сделал-то? Ты что, с ума сошел? Кошку давай.
Вообще, ты видел, что? Он вообще хотел стрелять за место кошки. Так, где-то еще. А, нет, тут уже можно пешочком. И это супер. Так, тайничок. А воздух-то какой. Папка, ты там не сдохла? Ты смотри, а то приду, тут уже труп будет холодный. Остынешь, пока я иду здесь за тайником-то. Ништяк. Что, еще выше? Слушай, ну вот эти сумасшедшие. Водопад страданий. 4 говноящика надо собрать. Сейчас соберем. 13 метров. Вижу плохишей. А я, блядь, вижу медведя. И это ничего хорошего. Я, пожалуй, спрячу. Иди нахуй. Иди нахуй. Где медведь? Бля, посмотри, медведи. Из чего мне и грохнуть? Так, у меня есть вот эта херня. Может, подожжем? Сгорят, интересно? А, они вдвоем дерутся. Да что-то, по-моему, не убирает ни хера. На, сгори, сука. Тихо, ты меня не видел. Мишка, ты меня не видел. Блядь, нихуя ты подошел. Уйди. Уйди от меня. Петушиный медведь. О, один сгорел. И второй сгорел. Так, сезон охоты на Барибала открыт. Испорченная шкура, горелое мясо. Тоже неплохо. Нифига себе. Кто это его располосовал? Я его, кстати, не полосовал. Так, ну ладно, короче, нам вниз, я так понимаю. Че, прям нырять, что ли? Или не надо нырять? Не, я, пожалуй, вот так спущусь. Не буду нырять. Вдруг это опасно? Скорее всего, даже не вдруг, а это очень опасно. Что, занырнем прям сразу? Бля, здесь темно, как в известном месте. Так. Я вот, ты понимаешь, нажимаю быстрее плыть, а он нихера не плывет. А, выплыл. Ништяк. Я прям испугался, что я здесь сдохну. Так. А, записка из лагеря. Идти еще далеко. Система пещер оказалась больше, чем мы думали. К тому же, часть из них затоплена. А во время последнего разговора по рации голос Брайана звучал паршиво. Подготовка точек для крепления кошки занимает слишком много времени. А без этого нам глубже не пробраться. Хорошо. Че вы здесь оставили мне вкуснятинку? Всякие детонаторы. Отлично. Медь, детонатор. Все прям как надо. Так. Кошка, 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 кошка. Отлично. Погнали. Опа! Ха-ха-ха! Вы чё думали, я пальцем деланный? Вот, смотрите-ка. Оу. Ништяк, тут какие-то эти. Какое-то звездное небо, блядь. А, это не звездное. Это светлячки. Убийцы, пожиратели людей. Тихо, спокойно. Не, дай возьму лопату. С лопатой надежней. Так вот хоба так вот и все. Или вот так вот хоба кинем, если что. Куда идти-то? Опять плыть? А, ну здесь уже просто вплавь. Дурики, о, опять смотри, какое красивое небо. А тут-то вообще волшебство. Ты посмотри, какая херота. Так, и что, мне вот туда? Ну, будем надеяться. А, во-во-во-во, кошка. Тихо-тихо-тихо, раскачаться надо. Опа. Куда-то я опять пришел. А здесь ничего интересного не было? Может, под водой что-нибудь интересное? Так, а если я здесь упаду, я потом залезу?
Ни хера интересного тут нет. Я думал, может, какие-нибудь приколюшки, какие-нибудь плюшки, какие-нибудь секретики, какая-нибудь херотень опять, как всегда. Но нет, 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 друзья, здесь нет ничего. Бля, ты понял. Чё так стрёмно-то? Так, а куда? Так, вот сюда, что ли? А потом как? Не понял. Сука, это какая-то это замануха. А, может, кошку можно швырнуть? Да нет, из положения я так не швырну кошку. Наверное, вниз куда-то. Точняк. Да, слушай, прикольно. Угу. Думали меня запутать, вот суки. Так, обыскать, читать. А записка члена спасательного отряда. Похоже, что за годы в воронку провалилось немало машин. Нам удалось снять с тормозов часть из них и сдвинуть так, чтобы по ним можно было добраться до следующей пещеры. Брайан больше не отвечает по рации. Надеюсь, мы не опоздали. Ну, судя по тому, что я здесь лазаю, мне кажется, вы, сука, опоздали все равно. Так, что там было написано? Что-то они сняли. Что-то они не сняли. На, держи. Вот и ништяки. Все, все понятно. Тихо. Так. Ну, блин, светлячки здесь просто охерительные, я тебе хочу сказать. Так это тайник уже выживальщиков. Хо-хо-хо. Мы добрались, друзья. Раз навык, два навык, три навык. Сапоги. Чьи сапоги? Бля, они железные. Смотри, железные сапоги. Обалдеть, железные сапоги. А может даже каменные. Брайан, я хочу извиниться. Прости, что мы не добрались до тебя вовремя. Прости, что даже не смогли нормально тебя похоронить, потому что в сраной пещере негде вырыть могилу. Прости, где бы ни была теперь твоя душа. Прощай. Короче, Брайан похоронен вот здесь. Давай почитаем, что здесь написано. А здесь лежит Брайан, любящий отец и верный друг. Ты заслуживаешь лучшей могилы. Прости, что мы тебя подвели. Покойся с миром. Твою ж мать, чел. Тебя даже не сожгли. Ладно, все, мы все, что хотели, забрали здесь, в принципе. Так что можем валить отсюда. Опять вода, под водой есть что-нибудь? Только, блядь, не крокодилы. Только не какие-нибудь гребаные крокодилы, еще что-нибудь. Ого! Слушай, там вертолет слышу. А что здесь делать-то? Как мне вернуться к бабуле или хотя бы вниз спуститься? Что, прыгать? На жопу сел. Уху! Вот что нужно было сделать. Ништяк. Так, давай посмотрим, куда нам идти. Я видел, что здесь рядышком какая-то херота есть. О, да. Горацио называется, дополнительное задание. Так, открылась у нас карта-то? Да, лосось, форель, что? Подожди, стоимость 30 изоленты? Отлично, 30 изоленты. Ну ладно, нам, в принципе, нужно с тобой добраться до вертолета, если такого здесь... А, так подожди, вертолет-то, блядь, здесь стоял. Спиздили. Ты понял? Вертолет спиздили. Опа, тихо. И машину, что ли, украли? Так, бабка, за мной. Я за тобой. Да, да, да. Блядь, смотри, орел. Лопата. Блядь, лопатку-то я потерял теперь, да? Так, о, нет, здесь она. Это кто вообще? Что ты? Кто ты, блядь? На орла не похож. Кто ты? О, чудо. О, чудо-птица. Так, ладно. А, тут была машина, но теперь ее нет. Был вертолет, и мне кажется, это вот эти вот козлы ее украли.
Что вы здесь делаете? Здорово. Здорово. Рад, что тебе удалось пережить осаду. Так это бабка на вертолете-то, ёпта! Ты понял? Здорово. Нет. Что это? Люди, помогите! Бабуль, садись! Садись, баб... А, ладно. Иди ладно, сюда. Ладно. Куда она? А, я ей место посадки указал. О, рейдеры-петухи. Бля, что такое-то? Бля, бронированный. Ты посмотри, петушара. О, клянусь своими носками, я круто. Да, блядь, хватит за дерево прятаться. Из башки. Это бабка его замочила, да? Спасибо, бабуль. А то это трындец какой-то. Я даже не знал, как его убить. Ты посадил вертолет. Какая ты молодец. О, хорошо, что дохнет всегда кто-нибудь другой. Да не говори. Давай, садись. Полетели, там нас ждет Горацио какой-то. Садись. Садись, говорю. Я с тобой. Верю. Все, ништяк, полетели. Ну что, поехали? Да полетели, конечно. Посмотрим, что еще здесь сверху можно посмотреть. В принципе, не... Оу-оу-оу, дерево, дерево, дерево. Так. Почему он сразу ствол вынимает, а? Либо я не ту кнопку нажимаю, чтобы просто смотреть и лететь вперед, либо... Либо мы на месте, друзья, окей. Блядь. Где-нибудь надо приземлиться нормально. Все, выходим, бабуля. Да пиздец, нас сразу засекли, да? На! Ого! Петушара! Да ладно, нормально, бабуль, сейчас отобьемся. Хотел я по стелсу, не получилось. У меня тут проблемы! Где? Так, использовать щит. Ништяк. Да нахер мне этот щит, короче. Все это херня, на, держи. Нахуя мне этот щит, кусок говна. Щит это просто вообще говно. Так, следуй за мной, бабка. Я следом. Это кричи сковородки на плите. Все, ништяк. Мы с тобой разобрались с ними. А может, и не со всеми. О, там медведь что-то бегает. Нет, 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 бабка, нет, 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 за мной. За мной следуй. Бля, это кабан, что ли? Зачистите область. Приласкать, ты кто? А, так это и есть кабан. Я не понял. Мы, короче, не до конца зачистили область.
Приласкайте Горацио. Так вот кто это? Это Горацио. Я, видимо, разнес сарай. Я, видимо, что-то неправильно сделал. Должен был быть в сарае, я так понимаю. Потому что написано было «Смотрите сарай», но я, видимо, когда бахнул здесь. А здесь все к чертовой бабушке взорвалось. Ха! Его можно теперь назначить. Не, якобы она не хочу пока назначать. Хотя, почему бы нет? Ну, бабка мне пока мила более. Короче, здесь... Бля, бабка, ты чё, блядь, не видишь, что ли? Она уже напала на тебя. Короче, я сарай расхерачил, когда напал на петухов этих. Ну, ничего страшного. В принципе-то, ничего страшного. Семейная записка, ладно, это вы сами почитаете. Мое дело забрать здесь все, что имеется. А интересно, я расфигачил наш этот вертолет-то? Не, он жив, отлично. Вертолет жив. Да, не получил. Ух, сколько у вас здесь, блядь, трупов. Ничего себе. Это что, мы всех вас убили, что ли? Ладно, Горацио мы с тобой освободили, даже сами не понимая, что мы его освободили. Что у нас здесь такое? Ирвин Смолс. Не хочу я пока к Ирвину идти, это сюжетное задание. А нам бы что-нибудь с тобой бы здесь попроще бы. Может быть, сюда? Разведаем территорию? Мы же все равно на вертолете, правильно? Погнали, бабуля. Пойду следом. Конечно, пойдешь, куда ты денешься. Садись. Ты залезешь? Где она? Бабка, ты села? Можно ехать. Ништяк. Неудачное место я выбрал для посадки. Нужно было... О, там еще упыри. Подожди, а там что-то валяется. А, ну в принципе нахер, валяется и валяется. Ничего там хорошего в принципе валяться не может, кроме дохлых рейдеров. Мы с тобой сейчас заберем припасы. Я ведьма, меня нельзя убить. Ты уверена? Банч! Бля, дерево. Неплохой механик, оказывается. Чё, ты неплохой механик? Надеюсь на это. Так, там аванпост. Да, это аванпост. Но пока я его трогать не буду, я облечу сейчас его. Мы с тобой оставим его на сладкое. Хороший аванпост. Все, я вижу аванпост. Все, полетели отсюда. Полетели, там нужно припасы забрать. Освободите аванпост. Потом. Потом освобожу. Хотя... Да не, потом. Или не, или сейчас. Сейчас. Два раза его придется... Не, не хочу. Два раза его освобождать придется. Кучу времени сейчас потратим. Сначала вон туда сгоняем. Это, в принципе, здесь недалеко. Тут и рейдеры, скорее всего, есть. И всякие хреногрызы. А также животные, бешеные и не бешеные, а может быть даже домашние. Вкусные, жареные и всякое такое. Я же сказал, так вот бегает. Выходи. О-оу. Пора бежать. Куда? Не надо бежать. Надо тихонько, сука, спуститься с горы и отыметь их здесь всех. Я никого не вижу и не слышу. Такое ощущение, что здесь никого нет. Но это все обманчиво. Скорее всего, здесь кто-то есть. Оленя вижу, к примеру. Опа. Неужто здесь все обойдется без рейдеров? Что-то даже не верится, что здесь просто нет рейдеров. Такого же быть не может.
А где еще один ящик? Так что-то валяется. Так, еще что-то валяется. Странно, наверное, рейдеры... Что, бля? Твою мать! Пиздец, а? Да я лучше лопату возьму. Пока в это говнище попадешь... Кто? Подожди, там только что был этот... Светилась фигня. Дай пройду. Аптечка. Кстати, у меня аптечек-то нет, мало. Тут были припасы. Вон он. О-оу. Живность. Так. Вот мы с тобой поймали живность. Ну, что упало, то пропало. Тихо. По-моему, тут какая-то перестрелка. Лови. Да ничего не пришло, не придется помочь, все нормально. Дикая собака здесь водится. Вижу плохих парней. Бля, откуда? Твою ж мать, а! Нате, сука! Лопата моя! А лопату-то верните, суки! Так, ништяк. Я здесь этого видел. Он, наверное, смотался уже? Не, 130 метров. Может, догоним его? О, припасы. Ты кто? Надеюсь, ты ответ, что мы ищем. Я думал, что для священной миссии нужен святой человек. Так. Но, глядя на тебя, я понял, что это не... Господь со мной! Не пугайся. Договори. Я думал, что для священной... Да, лопата помогла. Где, кстати, она? Освежителя воздуха там нет? Вот она. Нет, это не лопата. Тихо, припасы летят. 40 метров. По-моему, я остался без лопаты. О, бля, петухи едут. Чё, устроим петухам засаду? Отправлю врага в ад. Прощайте, мозги! Ха-ха. Они думали, короче, забрать наши припасы. Откуда они вообще прибежали? Это же вроде наши. Ой, там чел. О, олень. Да не говори, налаживается. О, бабка. Убивай его. Ха-ха-ха! Бабуля, 5 баллов. Бля, ну он тебе далеко уедет. Там живность моя. Слушай, ну как далеко уехал-то транспорт? Чел, выходи. Как дела? Спасибо. Да не за что. Это бабушке спасибо. Рейдерам наплевать на собственную жизнь, замечал? Ну и чё? Это даже как-то грустно, да? Если подумать. Береги себя. Ой, пошел ты в жопу, я думал, ты что-нибудь неинтересное расскажешь. Я вообще с тем чуваком разговаривал, пока меня не отвлекли. Ты что-то рассказывал про миссию какую-то, чел. Я думал, что для священной миссии нужен святой человек. Но, глядя на тебя, я понял, что это не так. Да? Так ты эдемщик, наверное. Так, я здесь прибил какую-то живность. Ой, нет, это не живность. Ну, хотя тоже живность, в принципе. Отлично. Но где-то еще был олень. Вот такой вот розовенький олень. Я его здесь подстрелил где-то.
А это что такое? По-моему, бабулина вообще вотчина-то. Так, волк. А, белогривый орлан, волк. Ну ладно, в принципе, все. А, друзья, что я предлагаю? Я предлагаю на сегодня на этом закончить. Ну да, на этой минорной ноте. Так что всем спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки и подписываться на канал. Ну, кому не нравится, тоже ставьте. Все, друзья, всем пока-пока.